Всем привет, всем здравствуйте, Оля из Тампере, из Финляндии. Я сижу со своим пупсиком в очереди на четвертую прививку от этого насморка. Ну и вот такие люди, я думаю, 60 плюс лет все сидят. Ну и после этого настроила лыжи в Люэдатекс. Хочу пойти поснимать, что красивого на осень уже есть, какой текстиль вывесили. Ну и, конечно, всегда товара очень много. И я, когда снимаю, конечно, мне хочется показывать, где написано Made in Finland. И вот хороший пример. Да, конечно, эти щеточки пользуются спросом. Люди покупают и на кухне вот эту щетину, и везде, и всюду, если они что-то моют, почему бы, как говорится, и нет. Да, хотя купить ту, где написано Made in Finland. Вот такая щеточка даже наверняка в какую-то душевую, может быть, тоже очень здоровско. Ну и я всегда показываю мумики. И вот тут у входа новая вот такая красота. Нушка Мойканен, обычно он в зеленом костюме. Ну вот этот желтый костюм. Была реклама на всех автобусных остановках. Нушка Мойканен вот в желтом костюме. Это, конечно, его переодели. Вот такая здоровская реклама на осень. Ну и цвета, конечно, да, это осень. Вот такие красивые цвета сейчас будут. Желтые листья падать. И вот это, конечно, текстиль будет вписываться хоть в какой осенний интерьер. И это мне напоминает арика. Ну, если бы это арика, тут бы стояла единица и ноль. Ну, а так это стоит 9,95. Да, конечно, очень много товара вот такого, которое что-то напоминает. Ну, и осенние краски продолжаются. Здесь, конечно, у нас много вот такого текстиля. Подушки, прихватки, салфетки, наволочки и так далее. Ну и, конечно, все хотят купить бюджетно. Люэдатекс все-таки это бюджетный шопинг. Ничего бриллиантового, дорогого здесь нету. И раньше в этом магазине был Люэдатаваратало. Их в Тампере было ровно 5 штук. Но вот только Кульонкарта, но осталось, остальные все закрылись. И здесь у нас прихватки 100% катон, руками можно стирать. Ну, в принципе, в машине тоже наверняка можно стирать, никакая не проблема. И 2,5 стоят. Ну и в эту же серию, вот, пожалуйста, таблетки, прихватки, рукавички, подушки и так далее. Если кухню вы хотите на новый лад переделать, вот какая красота сейчас на осень продается. Да, я много раз показываю, вот, конечно, новиночки, ну и всегда есть скидки. В этом видео про скидки я не говорю, но всегда есть вот такое красивое. Вот эти стопоры, я всегда прикалываюсь, на какая здоровская, какая красота. Ну вот некуда, с удовольствием бы купила, но некуда даже поставить, только-только вот для красоты. Для пылесобирания, ну, если бы у меня была вот такая дверь, куда вот такой стопор можно было бы поставить, чтобы эта дверь держалась, конечно, да. Ну, и мои любимые мумики, я про это всегда говорю 350 раз, и в прошлый раз примерки из призмы мне написали: «Оля, это костюм для детей, себе такое не вздумайте купить». Народ, если вы в Финляндии живете, вы прекрасно знаете, что и взрослые, и дети ходят в мумиках, это никакая не проблема. И вот здесь это в полосатой кофте, это у нас тудики. Да, конечно, про тудики тоже много раз говорят, что это девочка, но нарисован как мальчик. То есть вы помните, что Туве Янсон жила с женщиной. И многие персонажи вот такие. Ну и хоть это бюджетный шопинг, но все равно во всех магазинах практически есть всегда финская. Не только это китайская, как говорится, ну и это итало. Вот эта тема, посуда продается везде и всюду. И вы не поверите, вот эти глубокие тарелки иногда у меня... Такое удивление, что почему всегда с какой-то кромкой, наверное, это кромка называется. Да, ну, в Финляндии много раз они едят такую подливку, поэтому кромка наверняка очень здорово придумана. И в Финляндии вся посуда в сантиметрах, 15 сантиметров, 23 сантиметра. Вот, пожалуйста, если вы какие-то тарелочки ищете, не думайте, что будет написано «пирожковая тарелка», тарелка под суп и так далее. Нет, такого не написано, написано только в сантиметрах.
Ну и вот эту посуду я показываю в сети маркете в Outlet. Вот этот кувшинчик показываю там. И посмотрите, сколько он стоит здесь. 35 евро. Да, вот на 30% дешевле можно купить в сети марки в Outlet. Почему я всегда говорю, ничего нельзя хватать, ничего нельзя скупать. Все нужно с холодными мозгами запоминать, что где видели, и потом, как говорится, идти и покупать. И я думаю, многие купили бы с удовольствием вот такую красоту. Эти муми-кружечки тоже очень бюджетно здесь стоят, 17 евриков. И, конечно, каждый год выпускается новая кружечка. Но я знаю, что многие собирают вот эти классические цвета, то есть муми-папа, пикку-мю и так далее. И вот про Нине тоже спрашивали в прошлый раз. Это у нас Накиматон Тютто, девочка, которая была невидной. То есть она пропала из поля зрения, потому что она была вот такая хулиганка. Но потом она начала делать хорошие дела, и она опять проявилась. То есть у нее появилось лицо и туловище. Ну и посмотрите, да, Мада Инфилен тоже есть. Вот эти кружечки наверняка многие бы купили себе в подарок на память о Финляндии. Ой, а тут какая прелесть! У нас кружечки с гороскопом. Дай-ка я себя найду. Вот я. Ой, на что же здесь написано? Рохке энергенен луотаттава итсеварма. Не успела прочитать. И последняя у нас Ноккела. Да. Ну, это все про меня, да. Просто Донна Роза Дель Вадорес. Ну и, конечно, финская люмена, две больших полки. И здесь, конечно, люмена можно купить очень бюджетно. Если мы пойдем в бутик, те же крема стоят на 20% дороже. Не всегда монополия цен. Ну и помните, если покупаете вот в такой пластмассовой баночке или в тюбике, это тоже гораздо бюджетнее, чем банка стеклянная. И тестеры стоят, если вы не уверены, что вам подойдет, всегда можно мазнуть, дойти до дома, посмотреть, будет ли покраснение и так далее, и потом прийти уже, как говорится, и купить. И вот здесь, например, у нас в стеклянной баночке крем сразу в 2 раза дороже. Как мне нравятся вот эти, вот этот С-витамин капли. Да, я получила такой в подарок и пользуюсь. Мне всегда нравится люмены. К сожалению, не все подходит. Но у меня есть кому домазать, это никакая не проблема. Я Элвея, это у нас серия. Если вы имеете аллергию, они ничем не пахнут, ни вкуса и так далее. Аллергисты теста, то, конечно, я сама пользуюсь Элвея серией. Мне безумно нравится все, что для тела. Ну и Лореал, многие спрашивают, Оля, у вас Лореал гораздо дороже, чем во Франции. Ну, это естественно, из Франции его нужно еще в Финляндию привезти. Да, я думаю, что на 20, а то и на 30% он дороже. Но, опять же, всегда есть какие-то скидки. Я в прошлый раз купила шикарный крем и пользуюсь. И, конечно, покажу, что у меня стоит в моем туалете. Я все, что покупаю, все, всем пользуюсь. И вот эта серия, мне кажется, новая. Я в прошлый раз такого не видела. Плюс 65, плюс 55. Да, и один раз я покупала крем тоже плюс 65, потому что хотела вот такую питательную маску купить. И на меня кассир посмотрела с такими открытыми глазами. Ну, думает, да, хорошо, женщина сохранилась в 65 лет вот так. Но, с другой стороны, вы же понимаете, это каждый покупает то, что нравится ему. И Туммеле я тоже показываю. У меня есть этот крем в обзорах, это натуральный финский продукт. И посмотрите, что купила я, как мне повезло. Вот это я всегда покупала в Призме. И сейчас Финито ля Комедия в Призме этот Райкастин дезодорант для туалета кончился. Вот какая проблема в Финляндии. Нет сухих дезодорантов. Все дезодоранты мокрые, и когда ты в таком туалетике метр на метр брызгаешь, пол от этого дезодоранта блестит. Здесь он вот такой, драй куева написано, то есть он сухой и не содержит воды. От жадности купила 2 штуки. Здесь вот такой розовенький и потом оранжевый цвет, если любите цитрусовые. Заплатила 4 еврика, очень довольна покупкой. Вот никогда не знаешь, пойдешь снимать, и что в конце концов ты
купишь, чего ты увидишь. Ну и показываю свой туалет. У меня есть обзор на канале Швейбер, мой туалет. И, конечно, у меня вот такой шкафец, куда я все это свое добро складываю, чем я пользуюсь, чем не пользуюсь. И я не плюшатина, то есть я не храню никаких вот такие, знаете, которые стоят, стоят, вроде выкинуть некуда, не, жалко, и не пользуешься. Нет, я допользуюсь, и, как говорится, пустая баночка летит в мусорку. То есть я не храню ничего вот такого. Ну и здесь у меня, конечно, люмены, Лореал, мои помады, то есть все, чем я пользуюсь каждый день. У меня нету вот такого большого какого-то, наверное, косметички это назвать, куда бы я все это складировала. То есть у меня все, вот как говорится, очень-очень просто. Про это тоже спрашивали. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля Стампер. Всем физкульт, привет!